activated. Эй, Томми! Едем на ферму за городом, заберем пару грузовиков отличной косорыловки. Тебя отправили с нами на всякий случай, но вроде все должно пройти гладко. Тебе не надо ничего делать. Парни загрузят фуры и поедем домой. Сэм уже там нас ждет, дай бог, чтобы не выжрал половину еще до нашего приезда. Я буду вести. Купом заплачено, так что не о чем беспокоиться. Похоже, можно было бы остаться дома и поспать. Эй, раз я не сплю, так и тебе не положено. Поехали!
Природа, никаких тебе стрессов. Надо бы почаще это делать. Только лучше днем. Ты-то предпочел бы нам Сару, дочку Луиджи, так? Она твоя ночная смена. Ну что ты можешь об этом знать? То же, что и все остальные. Даже Луиджи знает, что ты за ней ухлёстываешь. Думаю, чтобы он очень возражал, в конце концов, ты спас ее невинность. Держу пари, что ненадолго, а? Усохни, Поль. Ты что, свечку держал? Ладно тебе. Я шучу, она хорошая девушка. Вы друг другу подходите. Вот уж в чем не уверен. Я не представляю себе, что прихожу домой и говорю: знаешь что, дорог, работы сегодня было не в проворот, 10 клиентов завалил. Тебе же не обязательно говорить об этом дома. Если не будешь вести себя так, как думают о нас газетчики, ей будет плевать на все это дерьмо. Она ведь что надо. Тебе это кажется нормально? Всю жизнь скрывать от жены, кто ты есть на самом деле? Да не дергайся ты! Черт! Что стряслось? Сэм должен был ждать здесь, а его нет. Пахнет жареным. Слышь, мы подождем здесь у грузовиков, а ты тихонько сходи, проверь, что делается. Спасибо за доверие. Возьми с собой пару бирюль. Господи! Твой друган заболел! Кто вы? Вы из полиции? Мистер Морелло и шериф хотели бы передать привет и сообщить вам, что с этих самых пор они берут на себя эту работу. Они все мертвы. Что? Ребята из грузовика, они убиты. Всех прикончили. Что? А как же Сэм? Его ты видел? Нет, не видел. Но там есть запертый сарай, он может быть внутри. Без него мы не уйдем. Надо вернуться и найти его. Ладно, вернемся. Только сперва надо найти лом или что-нибудь в этом роде, чтобы выломать дверь сарая. Ладно, пошли. И смотрите за грузовиками.
каждого, кто подойдет ближе, чем на 100 ярдов, в расход. Кроме нас, конечно. Окей, босс. Я сломал дверь, потом сразу бросаемся внутрь. Прикрываем друг друга, ладно? Пошли! Сейчас порежу тебя на бифштексе! Порешу. Умри же! Сэм, что они с тобой сделали? Ты еще жив? Просто оказался не в том месте, не в то время. Вот что. Ты можешь идти? Пожалуй, не слишком быстро. Ладно, держись, я подгоню грузовик. Мы отвезем тебя к врачу. Потерпи, Сэм. Том, останься с ним, я вернусь скоро. Все будет в порядке, Сэм, и не такое случалось. Правда? Ты думаешь? Больно же едет. Но я так не думаю. Это не грузовик. Вот дерьмо. Том, ты жив? Иди сюда, помоги мне! Да здесь была бойня. Ну и ночка ведрила. Похоже, они хотят совсем стереть нас с лица земли. Да? Но это будет не так-то просто. Сам наверху, он в порядке? Ага, в порядке. По крайней мере, хуже уже не будет. Ладно, я заберу его. Постой на шухере. Сэм, это я, Полли. Вставай, пошли домой. О, надо к доктору. Я неважно себя чувствую. Похоже, что-то подцепил. Думаю, ты прав, у тебя немного течет из носа. Сэм, тебя положим в кузов. Том будет с тобой, на всякий случай. Ладно. Том, давай с ним и следи в оба. Вот Томпсон, вдруг понадобится. Понял. Коль, похоже, у нас тут еще гость. Том, сзади Томпсон и немного патронов. Сныкайся за ящики и приготовься. Стреляй, как только они будут позади нас. Следи, чтобы они нас не обогнали!
месте. Том, готовь сама. Я пойду разбужу Дога. Сэм, мы у доктора. Боже, Полли, это ты? Что ты тут делаешь так поздно? Добрый вечер, док. У нас тут был несчастный случай. Нужна ваша помощь. Ладно. Где он? Несите его внутрь. Ага. Это наш доктор. Он не задает вопросов, и Сэм будет в надежных руках. А ты уверен, что это не какой-нибудь мясник-недоучка? Еще бы, он лучший врач, которого можно нанять в этом городе. Если тебя ранят, ты еще спасибо скажешь, что он у нас есть. Ладно, надеюсь, он позаботится о Сэме. О, хорошо, что все кончилось. Сэм еще легко отделался. Поймаю ублюдка, который нас так поставил. Оторву башку. Похоже, у кого-то мы в печенках сидим. Верно замечено. Не знаю, как ты, а я бы пошел врезал по маленькой. Когда Дон узнает, что случилось, работы будет чертова прорва. Это же настоящая война. И это нехорошо. Это крайне фигово. Ну ладно, доброй тебе ночи, Том. Спи спокойно. Или хотя бы постарайся.
Хуже вчерашнего с нами еще ничего не случалось. Мы потеряли 8 человек, весь груз. И Сэм даже не может встать. Это война, и она захлестывает нас выше макушки. Он уже привлек на свою сторону прокурора. И тот сейчас усердно под нас копает. Кроме того, он в хороших отношениях с советником, сыном которого ты шлепнул, Томми. Так что на нас напустят и копов. У них ничего против нас нет. А вот и не угадал. Вчера Фрэнк сдал все наши конторские книги. У прокурора нынче праздник. Проклятие! Фрэнк вряд ли хотел крови, но он, похоже, не стал бы возражать, если бы я получил пожизненное. Эти конторские книги дадут прокурору кучу улик против нас. Но без Фрэнка они бесполезны. Нам придется ликвидировать Фрэнка. Вы имеете в виду убрать его? Я что, должен пришить Фрэнка? Больше 20 лет я знал Фрэнка. Мы вместе достигли многого. Но Фрэнк нарушил омерту. Не знаю почему. Наверное, у него были свои причины. А у нас есть свои причины, чтобы убрать его и вернуть эти книги. Иначе все мы получим срок. И не маленький. Как пожелаете, босс. А точно нет тут других? Точно. Я думаю, сегодня наш последний шанс сделать что-либо до того, как Фрэнк окажется вне нашей досягаемости. Что мне нужно сделать? Сначала найди этих двоих и узнай, куда отвезли Фрэнка. Это пара стукачей. Они контактируют с копами и с судом. Кто-нибудь из них точно должен знать. С Большим Бифом из Чайнатауна ты уже знаком. А малыш Тони вечно ошивается на острове рядом с музеем. Потом отыщешь Фрэнка. Делай, что хочешь, но не убивай его. Пока он не скажет, где книги. Копишь? Понял. У Фрэнка будет охрана, так что сначала тебе придется их перебить. Как только вытянешь из него, где книги, убей его. Ладно, босс, как пожелаете. Удачи, Томми. Пушку возьмешь у Винченца, машину у Ральфи. И помни, если не справишься, нам всем крышка. Черт подери, что ты натворил, Фрэнк? Ты же был мне как брат. Томми, ну я действительно очень занят. Что у нас сегодня, Ральфи? Привет, Томми! У меня новая машина. Немного лучше, чем модель V8. 80 лошадей. Очень симпатичная машинка. Они немного изменили замки, но для профессионала здесь ничего сложного. Вот так вот. Спасибо, Ральф. Привет, Винс. Надеюсь, ты знаешь, зачем я здесь? Знаю. Что тут поделать? Эх, Фрэнк мог предвидеть это. Что у тебя есть для меня? Стейт Кольт сделает всю работу, но если хочешь, есть еще обрез. На Сицилии их называют лупара. Когда обнаруживают кого-то убитым из этой штуки, всем сразу ясно, в чем дело. К сожалению, сейчас самое время этим воспользоваться.
Стреляет не так далеко, но вынести можно полдома, так что не промахнешься. Никогда бы не подумал, что столкнусь с сицилийскими традициями вроде этой.